В последнее время в социальных сетях мы видим все больше запрос от подростков о том, что они хотят трудоустроиться, и нами были предприняты меры по увеличению числа рабочих мест. Так, правительством Камчатского края по поручению губернатора были выделены дополнительные ассигнования в размере более чем 16 миллионов рублей на создание как раз вот дополнительных рабочих мест для подростков в летний период.